Всем привет! В этом уроке научимся рисовать неоновой акварелью обитателя подводного мира – морского конька. При подготовке этого видео использовалась продукция Artberry, производство компании Эрих Краузе. В наборе акварели Artberry 12 цветов. Краски абсолютно безопасны и легко смываются водой, а яркие неоновые цвета сделают рисунок необыкновенным и запоминающимся. Начнем рисовать эскиз карандашом. Сначала проведите изогнутую линию вдоль тела в качестве формы для конька. Без нажима на карандаш нарисуйте овал для головы. Ниже нарисуйте окружность для груди. Теперь придайте толщину коньку и соедините круги. В самом низу нарисуйте закрученный в спираль хвост. Нарисуйте мордочку, дорисуйте глаз, а затем линии текстуры на задней части головы. Наметьте контуры плавников и гребешок. Вытираем ненужные линии. Рисуем изогнутыми линиями куст водорослей. Теперь, как мы нарисовали морского конька простым карандашом, можно приступить к поэтапному раскрашиванию получившийся рисунок неоновыми красками. Сначала голубым цветом рисуем воду. Пока краска полностью не высохла, вы можете нанести на изображение новый оттенок. Добавьте капель на работу синего цвета. Изобразите на дальнем плане водоросли. Рисовать по мокрому фону нужно только легкими прикосновениями кончиком кисти. Если краска бесформенно растекается очень сильно, значит воды слишком много. Лишнюю воду можно убрать сухой кистью или губкой. На этом этапе раскрасим конька. Будем использовать желтый, оранжевый, розовый и красный цвета. Продолжаем рисовать конька по мокрому. Иногда невозможно предугадать, какой эффект получится, рисуя по мокрому. Создаем мягкие, размытые, свободно растекающиеся узоры. Нарисуем зеленым цветом водоросли.
получился такой интересный рисунок, победители которые первыми написали правильное время появления пасхалок в прошлом видео. Виктория Котик, Насиба Ишметова, Люда Комарницка, Дарина My Little Pony, Clash Cool, Аделинка Апельсинка. Вам большой привет! Ищите пасхалки, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк под видео. До новых уроков! Пока!